всю игру играли на равных. В конце две атаки подряд не разобрались со сменами. Нам забили 3 очка и 2 очка из-под кольца. За счет этого проиграли. Хороший рывок був у третій чверті, вийшло вперед на 4 очки. Як кажете, чого б забракло в той момент, там, щоб зберегти цю різницю і, можливо, навіть збільшити у четвертій? Та навіть не знаю, чого нам не вистачило. Наверное, уверенности в своих силах и характера. Все. Угу. Сергій Кирилон, головний тренер БК «Миколаїв». Сергій, ваше враження сьогоднішньої гри? Ну, у нас хороший був настрой на игру, може бути, чересчур, поэтому перегорели. Как бы не удався нам старт. Не могли забить свои мячи. Вот. Но потом начали потихоньку доставать, стали навязывать свою игру сопернику. Как бы непростая команда. Приходилось играть 3 высоких игрока, чтобы соответствовать, как бы, по подборам, чтобы не проиграть щит. Вот. Может быть, из-за этого, как бы, чуть ухудшилось нападение. Вот. Ну и опять же, четвертая четверть — это провал нападения. Защита, я считаю, что несмотря ни на все, у нас хорошего плана получилось. 67 очков пропустили, это немного. Проблема состоит в том, что мы не забили. Вот. Как бы вот такие моменты не позволили нам выиграть. И при том, что не могли забить, вот, в какой-то момент мы пошли на чужой щит. При том, что в целом мы щит не проиграли, но вот этот показатель, что нужно доработать было, подобрать незабитые мячи, не позволили нам выиграть. Там про нього було багато втрат в першій половині, там в другій половині, як кажете, в чому цей показник? Того, що бажання було багато, чи десь там от, недопрацювання в атаці? Потеря від того, що суперник нав'язував жорстку ігру в защиті, поэтому не завжди правильне рішення приймали, десь подбивали м'яч, вот, не укрили, значит, из-за этого количество потерь. Это же не то, что у нас передачи валов были, да, у нас большинство потерь выбитые мячи из рук или наведение подбили. Так, плюс соперника. Ну, какие бачення, у вас там 4 матчі поспіль домашніх, які у вас бачення наступних ігор супервіє? Каждая игра для нас очень важна, и будем биться на победу. Во-первых, всех с победой. Наконец-то мы выиграли. Выиграли не последним броском, не в овертайме, а выиграли игру, выиграли концовку. В принципе, довольны результатом. Конечно, не без ошибок, но готовились к Николаеву. За тот один день, который был после прошедшей игры, все равно хорошо их разобрали. Не без ошибок, но выиграли и довольны результатом. Після першої половини, певно, першої половини, в третій, чверті був хривок від суперника хороший. Як тоді, за рахунок чого, ну, зібралися у четвертій половині, що вдалося таки переломити потім вже вам і виграти? На ривок суперника відповіли своїм ривком, другого виходу не було. Вони зрівняли счет, вони вийшли вперед, мені опустили руки, продовжили гнути свою лінію, і в итоге добили нужний нам результат. Всех еще раз с победой. Я поздравляю всех с победой, с тяжелой победой. Сегодня, думаю, хорошая игра была. Игра была от защиты, прежде всего, и одной, и второй команды. И этому свидетельствует, скажем так, невысокий счет. Но все равно, если в первой половине мы пропустили 25 очков, то во второй позволили сопернику забить, сколько здесь получается? 38 очков, как бы почти в два раза больше. Сделали несколько ошибок в третьей четверти и в первой половине четвертой четверти, что привело к тому, в защите прежде всего, что привело к тому, что Николаев сравнял счет и вышел вперед. Очень не хватало нам сегодня, я очень рад это говорить, что сегодня нам в третьей четверти и в первой половине четвертой не хватало Димы Скапинцева, который получил 4 фола, и нам пришлось играть без него. Меня очень радует, что парень стал действительно нашим основным центровым на сегодня и показывает довольно содержательную игру в плане того, что он выполняет установки, которые мы даем перед игрой игрокам.
Не без ошибок, еще очень много мы работаем, но мне нравится его прогресс, который он сейчас показывает. Я надеюсь, что он продолжит работать в том же духе, и к концу сезона мы будем иметь хорошего полноценного игрока, если не остановится. Вот. Благодарен всем игрокам за то, что прежде всего сегодня, наконец-то, в четвертой четверти, в концовке, все услышали, все действительно отработали то, что я сказал сейчас в раздевалке. В четвертой четверти, концовку мы отыграли с горячим сердцем в защите и с холодной головой в нападении. Вот. И это привело к победе. Поздравляю всех с этой победой. Чи було якесь особливе налаштування там на лідерів? Ось Скопінцев добре грав проти Кушнірова, проти одного з кращих гравців. Тобто йому якесь особливе завдання було, чи в принципі як на кожен матч налаштувати? Ну, звісно, во-первых, він і позавчора отличний матч отыграв проти Діми Тихонова з Кривим Рогом. Діма лідер Кривбаса, Скопінцев змог його остановити. Вот я считаю, что он с ним вчера справлялся. Там тяжелее ему было с четвертыми номерами играть, чем с центровым. Вот сегодня точно так же я считаю, что там вот когда уже у него было 4 фола, там Кушниров полез и забил несколько мячей. А так в целом Дима справлялся с ним в первой половине, пока мисс были в запасе эти фолы. Я считаю, что очень здорово отыграл. Вот как в принципе все игроки сегодня, каждый отдал победе все, что смог. Кто-то ошибся, там не без того, у нас команда, скажем так, не самая опытная, ошибки будут, какие-то провалы будут, но я рад, что в конце смогли сыграть очень организованно. Еще питание. Сегодня Антон Давидюк грав за дубль и вчера грав. То есть это осознанно, да, ему дали час, чтобы... Ну, конечно, не случайно он там оказался. Антон только-только восстанавливается после травмы, пока на тренировках я вижу, что он еще не готов играть в Суперлиге, пока он не успевает даже на тренировках. Вот, поэтому мы решили, я не вижу игр, где я его смогу разыграть по Суперлиге, потому что для нас сейчас каждая победа на вес золота, мы потеряли несколько очков в первом круге, и нам надо как бы возвращать все это дело. То есть экспериментировать и давать ему возможность разыгрываться в Суперлиге я не вижу. Мы сейчас решили дать ему возможность, тем более правила немножко изменились в высшей лиге, игроки до 25 лет могут двигаться из Суперлиги в высшую и обратно. Поэтому мы решили, чтобы он разыгрался, чтобы он почувствовал игровой ритм, дать ему возможность это ощутить там.